23 июня в России состоялся 7-й Всероссийский конгресс волонтеров финансового просвещения. Ульяновскую область в онлайн-формате на мероприятии представила волонтер-почтальон из села Ундеры Рузиня Сергеева. Рузиня Сергеева работает на почте около 30 лет. Ей не безразлична жизнь земляков. Чтобы повысить уровень финансовой грамотности жителей села, Рузиня стала волонтером проекта «Почтальоны финансовой грамотности Ульяновской области». На данный момент я нахожусь на рабочем месте. Вот сейчас только приняли почту. Я являюсь волонтером уникального проекта «Почтальоны финансовой грамотности». Сейчас я понимаю важность этого направления и понимаю, что у меня есть возможность донести полученные знания до социально незащищенных слоев населения. Уникальный волонтер-почтальон уверена в том, что каждый человек должен знать, как вести учет доходов и расходов, семейный бюджет, как не попасться на уловки мошенников и не взять слишком много кредитов. Однажды Рузиня помогла пенсионерке уберечь деньги от мошенников. Разыграли ее мошенники, позвонили и сказали, что она является победителем конкурса. И сказали назвать ей карту, чтобы перечислить до этого ей деньги. Уже сегодня можно говорить о первых результатах. Пилотный проект ульяновцев оценила глава Банка России Эльвира Набиуллина, которая выступила на Всероссийском конгрессе волонтеров финансового просвещения. Прежде всего, хотела бы поблагодарить всех волонтеров за вашу работу, которая не останавливалась во время пандемии. И здорово, что вы смогли найти новые форматы, новые способы донести информацию до самых разных людей по всей стране. От школьников до людей преклонного возраста. Организатором уникального проекта стал Центр финансовой грамотности Министерства финансов Ульяновской области. В роли партнеров выступили Ассоциация развития финансовой грамотности, Российский союз молодежи, Почта России и Банк России. Когда анализировали в очередной раз, какие у нас все-таки есть пробелы в развитии финансовой грамотности, пришли к выводу, что в первую очередь остаются неохваченными жители отдаленных территорий. И поэтому в связи с тем, что все-таки почтальоны – это те люди, которым доверяют, это те люди, которые, в принципе, вхожи в любую дверь и которых слышат и слушают, мы решили, что почему бы и нет. Проект «Почтальоны финансовой грамотности» уже работает в 49 населенных пунктах Ульяновской области. Организаторы планируют охватить не менее 3000 человек, а в дальнейшем масштабировать проект на всю территорию Российской Федерации. Валентина Никонова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.